штамп Управления Федеральной почтовой связи Республики Дагестан, филиал федерального для 9 лет. Соблюдая преемственность поколений, в Почте России города Хасавюрта есть и почтовые семьи. Хасавюртовский почтамп оказывает почтовые услуги населению на территории, в которой входит 6 муниципальных образований. День Победы не мыслится без упоминания важнейшей фронтовой профессии – военные почтальоны, которые, рискуя своей жизнью, ко Дню Победы Почта России города Хасавюрта доставила уникальные письма-треугольники вместе с персональными поздравлениями от президента России 30 участникам Великой Отечественной.